Всем привет! И как всегда приехала посылочка из Китая. Ехала она почтой Сингапура. Доставили ее за 32 дня. Не сильно медленно и не сильно быстро. Оценили посылочку в 6 долларов. Хотя стоит она, ну, грубо говоря, 21 или 22 доллара. Я уже точно не помню. Так, что еще? Здесь находятся часы. Бренд Wade. Я его долго искал, как бы, такие подходящие для себя. И в итоге нашел. Как я считал, и Wade — это чистокровный японец. Бренд японский. Но, как я понял, все эти бренды производятся в Китае. Я думаю, даже все знают, что сейчас практически все популярные бренды, они производятся в Китае. Все производство в Китае. Потому что там рабочая сила, наверное, дешевле, как я понял. Ну, давайте, наверное, приступим к распаковочке этой посылочки. Посмотрим, что там. Насколько я помню, здесь должна быть находиться презентабельная коробочка, подушечка и сами часы. Давайте приступим к распаковочке. Так, будем открывать. Стараться аккуратно. А то как-то у меня последние видео все получались не очень аккуратно. Получается, порезал некоторые посылочки. Ну, как бы там не критично, но все равно неприятно. Сам виноват. Ну, вроде чуть-чуть руку набил. Так. Что еще? Кстати, должно было быть сегодня две посылочки. Там еще микрофон. Петличку я заказывал за 10 долларов. Ну, хорошую петличку, не самую дешевую, а такую. Но она еще на сортировке на почте. Поэтому отдать мне ее не смогли. Сказали прийти через дня два. Интересно запаковали. Я такой пупырки еще не видел лично в своих посылках. Смотрите, какая толстая пупырка. Бум. Сразу такие здоровые, не то что маленькие. А пару этих и достаточно. Запаковали, я думаю. Достойно. Одна эта пупырка чего стоит. Хотя она здесь вся уже полопалась, видимо, когда доставляли. Пару штук осталось целых только. О, как видим. Так, это простая бумажка. Ну, я думал, будет как открывашечка. А здесь получается простая коробочка. Вот такая вот коробочка. Никаких надписей, ничего. Аккуратно, не помялось. А вот и сами часики. Коробки тоже ничего. Wait. Как заказывал, вроде такие должны быть. С белым циферблатом, ну или табло, и красными циферками. Ну, собственно, что мы видим. Такая вот подушечка. Такая мягенькая. Даже вроде не синтепон. Не знаю, неважно. Вот они, собственно, сами часы. Так, какая-то брошюрка. Типа, о, гарантия. 12 месяцев гарантия. О, если видно. Посмотрите, сейчас камера сфокусируется. Он написан 12 месяцев. Как бы китайской. Ну, часы вроде такие, знаете, не сильно легкие. Кстати, стекло здесь сапфировое должно быть. Не из дешевых стекол. Так, ох, секунду. Сейчас я это сниму. Без Wade. Да, есть сайт производителя. Хорошая фирма, кстати, японская. Я читал про них много. Решил все-таки их взять. Как видим, сами часики. Вот так они, кстати, идут. Их даже не остановили. Вот вредные китайцы. Могли бы хотя бы заглушечку поставить, чтобы батарейка не садилась. Они, по идее, тоже кварцевые, насколько я помню. Ладно, давайте снимем вот эту вот полиэтилен. Секунду. Здесь как бы приклеен или что? Да, вроде приклеен. Вот так. Весь браслет тоже залепили пленкой. Ладно. Все в пленочках. Как полагается. Все отлично. Молодцы. Держит марку. Так. Сейчас я подклеиваю. Секундочку. Извините, что долго. Не хочется сразу же где-нибудь что-нибудь напортачить. Мало ли, где-нибудь что-нибудь зацеплю и отломается. Давайте смотреть. Ремешок. Wade. Застежка такая, ну, как сейчас в последнее время начали делать. Довольно хорошая и надежная. Сзади, как всегда, штамповочка. Видно, зеркальная. С голографической какой-то этикеткой.
Что здесь идет? Чем мне нравится? Так, вот эти, я даже не знаю, для чего они. Кнопочки, наверное, тоже макет, скорее всего. Ну, как я понимаю, как всегда, как я брал Куран, вот эти три табло, скорее всего, просто тоже макет. Стекло сапфировое и дает, если под боком смотреть, дает увеличение. Сейчас покажу, если видно. Я думаю, видно. Вот так, так что хорошее, такое выпуклое довольно. Ну, сделано красиво, солидно. Нет никаких косяков. Металлические дужки, все, ремешок тоже довольно такой, ну, как бы простецкий, но я думаю, ремешок можно всегда заменить, главное, чтобы часы были хорошие. Ну, часы такие, знаете, увесистые, как бы, ну, носить можно, я думаю, вот так. Здесь идет красная резинка, получается, а, я думал, она идет как уплотнитель, чтобы вода не попала. Ага, а это я числа, или что это меня? А, да, числа. Одно отщелкивание, получается, идут. Если видно. Так, подождите, что-то. А, я опять защелкнул. А, нет, это уже время. Так, часики, потом, а потом числа, да. Вот, пошли числа меняться. Да, здесь несколько раз накрутить, чтобы оно перелисталось. Все правильно. Ну, как заказывал, все правильно. Белый циферблат и красная отделочка, получается. Красная стрелка секундная и красная резинка на... Еще и здесь пленка. Или нет? Да, тоже пленка. По идее. А может, даже и нет. Да, пленка. Даже на этом сделали пленочку. Так, если присмотреться... то, по идее, да, вот эти три циферблата, это идет похоже на макет, вроде. Ну, вроде там стрелочки, они не нарисованы, а отдельно. Но, скорее всего, просто приклеены. Вообще, для чего эти три циферблата? Я так и не пойму никогда. Точно знаю, что здесь не секундные стрелки. Может, по на глубину измеряет? Ладно. Сейчас покажу наименование, кстати. Вот я отлистал. Сверху подписано Wade. И что там? Sport Watch. Да, как бы спортивные. Water Beat 30 метров. Да, на глубину 30 метров. Не знаю, проверять я, конечно, не буду. Ну, мало ли. За такую цену. Кстати, прикол продавца, да, я не знаю, может, и вправду такая фигня, может, они подешевели, но я думаю, вряд ли. Китайцы любят там поставить бешеную сумму, а потом сделать резко скидочку, типа как на гага сделках и тому подобное, или на супер сделках. Стоили они как бы $182, реальная цена, а потом сделали скидку типа 90%, и отдали, или 90, или 80, я не помню. И стоили они $21 или $22, я точно не помню, скину продавца, ссылочку продавца под видео. Продавец, сразу скажу, быстро отзывался, довольно вежливый, все быстренько ответил, даже сам дал, ну, когда дает трек-номер, когда оплата принята и когда он обработал, дает трек-номер и сразу дает даже, несколько дал мне служб, где можно проверять. Некоторые службы, даже те, которых я не знаю, где можно проверять по трекеру. Я привык там определенными пользоваться. Ну, так что такой продавец довольно честный и нормальный. Все обсудили, он ничего не перепутал. У него на фотографии нельзя было выбирать, ну, как можно было выбрать черный, белый циферблат и вроде и все. Но идет разноцветка, ну, секундная стрелка, сотки вот это и резинки разные. Есть желтая, красная, синяя и вроде зеленая или фиолетовая и черная вроде. Вот этого не было выбора. Поэтому я когда отписал продавцу, он был вежливый. Я его написал, хоть этот переводчик неправильно переводит, но довольно так он все понял меня. И видите, как получается, как заказал, так и пришло. С красным отделкой и белый циферблат. Так что часики довольно хорошие. Давайте еще раз покажу напоследок. Вот такие часики. Довольно хорошие. Проверю. Скажу, спешат, не спешат. Отстают, не отстают. Батарейку, я думаю, здесь уже надо будет менять со временем. Скоро даже. Вот такие вот ремешок. Ну, он заклеен. Отклеивать сейчас не буду, уже потом. А то только время буду ваше тратить. Вот такие вот часики. Так что советую и рекомендую. Если понравилось видео,
ставим лайки. Как там, вот так вот, да? Камера с другой стороны стоит, как-то неудобно показывать. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся обязательно на канал. Будет очень много посылок еще. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.